пожаловать на подсолнечную кухню. А если вы со мной ради рецепта, вы попали по адресу. Меня зовут Лада, я родилась на Буковине, Западная Украина, и в силу того, что Буковина очень часто переходила из рук в руки в разных стран, наша кухня довольно-таки разнообразна, и я бы сказала, очень часто мои рецепты очень простые в исполнении. И поскольку жизнь у нас складывается так, что мы очень часто работаем, мы очень часто мамы, у нас очень часто не остается ни времени, ни сил на то, чтобы накормить семью, я пытаюсь создавать такие рецепты, которые не займут много времени. Кроме того, я еще и эмигрант, то есть я родилась в Украине, но 17 лет тому назад я переехала в Соединенные Штаты Америки, вышла замуж за американца. О том, как это случилось вообще, истории о том, как я переезжала, истории о том, как он меня забирал, они у меня все есть. И вообще это отдельная часть моего канала, это иммиграционная часть канала. Поэтому если вы пришли ко мне за тем, чтобы узнать, что такое иммиграция, что такое ассимиляция в новой стране, что такое потеря статуса, что такое приобретение новых навыков, что такое приобретение языка, всем этим я с вами поделюсь. Я учитель английского языка, потому у меня достаточно видео о том, как выучить язык, и даже уже есть несколько уроков по изучению языка. И я работаю уже 12 лет в американской школе, и уже пятый год у меня пойдет в американскую школу мой ребенок. Потому всю эту кухню я знаю изнутри, и у меня есть отдельная сборка видео об американской школе. Если вам интересно узнать о том, как будет чувствовать себя ваш ребенок в американской школе, что его ждет, помогут ли ему адаптироваться в американской школе, насколько это будет сложно или просто, все это тоже вы найдете на моем канале. И на десерт мой канал предлагает вышивку. Это большая часть моей жизни, это наряду с чтением мое любимое занятие, которым, к сожалению, я бы хотела уделять больше времени, но мне просто-напросто не получается. Но тем не менее, вышивального опыта у меня уже 6 лет, и у меня вышивка очень разнообразная. Я не люблю шить одно и то же, то есть меня постоянно как бы уносит с одной стороны в другую, но об этом можно очень долго говорить, гораздо проще посмотреть мое видео о моей вышивке. Если вы со мной ради того, чтобы вышивать, чтобы узнать что-то новое, добро пожаловать, я всем очень рада. Давайте болтать об эмиграции, давайте говорить о том, что бы мы хотели увидеть в наших школах, давайте готовить вместе и давайте творить вместе. Добро пожаловать на канал!